В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, ну, все, повторяем наши изыскания, как они у нас были. То есть мы сейчас прикладываем наш транспортир. Вот он, жёлтенький наш транспортирчик. Открутить надо. Оттолкнуть. И чтобы найти угол, мы его прикладываем. Как учили. Прикладываем. Справа. Прикладываем слева. Смотрим, угол у нас не меняется. Вот наш угол. Pitch. Это называется pitch roof или slope roof. Угол ската крыши, не кровли, кровли какие-то залят, а не на крыше. А так, чтобы найти на биссектрису потом. Вот. Для того, чтобы нам потом найти биссектрису. Вот она у нас слева. И биссектриса у нас справа. Мы сейчас ее будем находить.